порой так важно, чтобы нужные слова не потерялись и были услышаны. Даже если между людьми тысячи километров, сообщение всегда найдет дорогу. Невидимые связи, как тончайшие капилляры, образуют гигантскую сеть, которая пульсирует в ритме человеческого сердца. Сети, как люди, пролегая через страны и континенты, они охватывают весь мир и помогают быть на связи с тем, кто дорог. Соединяясь, они многократно умножают свои возможности и создают новый мир, в котором каждый может быть услышан. Самое важное передается от одного к другому, чтобы послание нашло своего адресата в любом уголке планеты. Роль каждого может быть невелика, но вместе они образуют огромную систему, объединяющую людей и позволяющую делиться мыслями, чувствами, эмоциями. В нашем единстве сила. В совместной работе невиданный потенциал, двигающий мир вперед. Ведь иногда самое важное, что есть в мире, это чья-то улыбка.